Всем привет! В этом видосе я вам покажу зарубежный сайт, на котором я заработал 49 долларов. Ну и в этом видосе мы попробуем вывести с данного сайта деньги, протестим, платит он или же нет. Ну и также под конец этого видоса я вам расскажу, почему я не очень хотел делать обзор на этот сайт. Ну и сайт, о котором пойдет речь в этом видосе, называется mrsocialmedia.com. Вот так вот это все пишется. На данном сайте сразу же при регистрации вы получите 50 центов в виде бонуса, который вы сможете вывести. Тут мы будем зарабатывать деньги на обычных простейших действиях. Ну а выводить свои заработанные деньги отсюда вы можете на биткоин, на Pair или же на Perfect Money. Ну и если вы хотите на этом сайте начать зарабатывать, то здесь надо пройти регистрацию. Нажимаем регистр и проходим здесь несложную регистрацию. Сюда указываете ваше имя, электронную почту вашу сюда указываете, повторяете, придумываете логин, который у вас будет на этом сайте, придумываете пароль, повторяете, проходите капчу, соглашаетесь с правилами и нажимаете регистр. Ну и вот так вот будет выглядеть ваш личный кабинет на данном сайте. Вот здесь вот будет ваш баланс. У меня на балансе 49 долларов. Даже могу сейчас это все обновить. Так вот, чтобы вы видели. Обновляю. И ничего не изменилось. То есть это никакой не код элемента. Ну и также здесь вы будете еще зарабатывать не только доллары, но еще и вот эти вот поинты. После этого вот за эти вот поинты вы сможете улучшать свой аккаунт на данном сайте. Или же что-либо рекламировать на этом сайте. Ну и чтобы начать зарабатывать на этом сайте, нужно перейти в раздел «Задачи», и вот здесь вот у нас есть несколько видов для заработка. Самый простой вид для заработка — это у нас просмотр рекламы, давайте в него сейчас перейдем и посмотрим, что у нас там по расценкам. Здесь, значит, за первые две просмотренные рекламы мы получим по центу за каждый просмотр. Давайте глянем, сколько это будет в рубасиках. Так, тут мы ставим доллары, и здесь мы, значит, пишем 0,01. Это получается 74 копейки рублевых мы получим за просмотренную рекламу. И чтобы получить вот эту вот награду неплохую, нужно просто нажать на название вот этой рекламы. Нажимаем, нас перекидывает на рекламный сайт, и после этого идет вот такой вот таймер. И когда вот эта вот зеленая шкала вся заполнится, то мы получим наши деньги. Таймер уже подходит к концу. И теперь мы проходим капчу. Капча тут простая, надо выбрать картинку, которая перевернута. Вот этот вот осел у нас перевернутый, на него нажимаем. И все, ожидаем, и спасибо за просмотр. Закрываем. И теперь мы можем обновить наш баланс. У меня было 49.23. Так, обновляю. 49.24. Все, деньги поступили. И вот эта вот реклама здесь обновляется каждые сутки. То есть сегодня по этой всей рекламе поклацали. Завтра можете зайти и еще раз здесь заработать. Ну а мы давайте переходим в следующий раздел. Наводим на задачи и нажимаем вот сюда вот. Оплата за регистрацию. Ну и здесь за выполненное несложное задание мы можем получать по 10 центов. Здесь таких заданий, ну, штучек 20, наверное, будет. И задания тут несложные. К примеру, давайте перейдем вот в это задание и посмотрим, что тут надо делать. Вам нужно всего лишь пройти вот по этой ссылке, пройти там регистрацию, и после этого вы получите 10 центов. Это вообще неплохо. Давайте глянем, сколько это будет в рубасиках. Так, 0,10. 7 рублей и 36 копеек. Нормас. Сюда вот потом в отчет указываете логин вот с этого сайта, и все, и нажимаете «Отправить». Рекламодатель проверяет, если вы все сделали правильно, то вы получаете 7 рубасов и 36 копеек. Так, давайте сейчас протестим вывод. Один раз отсюда я уже выводил. 1 доллар и 91 копейку. Деньги пришли благополучно. Чтобы вывести, наводим вот сюда вот. Нажимаем. Ну и деньги вы можете вывести, как я уже говорил, на Perfect Money, на Pair или же на биткоин. Я буду выводить на Pair. Нажимаю Pair. Первый раз я тоже выводил на Pair. И вот в чем состоит нюанс данного сайта. Максимальный вывод 1 доллар и 91 копейка. И выводить можно раз в 15 дней. Ну и чтобы вывести отсюда деньги, нажимаете вот на эту кнопку. Ну и давайте ждать, когда мне эти деньги придут. СМС-ка на телефон мне уже пришла. Тут у нас уже статус «Выведено». И давайте перейдем на Pair. Так, захожу на свой Pair, нажимаю «История». Ну и в истории мы видим плюс 1 доллар и 91 копейка. Так, смотрим откуда. И комментарий у нас, значит, ML Social Media. Ну и сказать здесь вроде как больше нечего. Сайт вроде как платит, но платит, к сожалению, очень мало. То есть максимальная цена для выплаты здесь прям таки маленькая. Ну а если вам хотя бы немножко понравился данный видеоролик, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и напиши свой комментарий. Ну а я тебе желаю хороших заработков, удачи и до встречи.